63-й час, Джаг Итальянс 2, Агония власти. Так, что мы тут опять? Опять с танками воюем, да? Опять мы воюем с танчиками. Будет сделано. Время мусор выносить. Так, ну он нас не видит, да? Отрабатываем. Ну вот как вот стрелять по нему, блин? Если я выстрелю с прицеливанием, у меня не будет возможности убежать. Как вот я должен? А если стрелять без прицеливания, то хрен попадешь по нему. О, господи. У нас серьезные... У нас серьезные проблемы. Я! Вот как я должен с этим танком разбираться? Мне может кто-нибудь объяснить? Кстати, подождите, а ему один раз же выстрелить, он же уже дохлый наполовину. Нормуль, нормуль. Сейчас мы отработаем, и танк будет сделаю. Кончиться. Время мусор выносить. Я! Так, к сожалению... По крайней мере, один из них еще где-то прячется. Я надеялся, что после убийства танка все закончится, но нет, где-то остались, значит, враги все-таки. Там что, большая аптечка валяется? Да, вообще. Большая аптечечка. Сделаю. Господи, локация огромная, ё-моё. Так, ну, может быть, вот в эту сторону направиться? Наверняка здесь какие-нибудь негодяи окопались. Охренеть. Я! Не, друзья, я так не согласен. Я так не согласен. Слушайте, у них прибор начну видеть. А где ты прибор начну видеть? Надо, чтобы Форестер шел первым, видимо. Потому что, видите, я... Что это? Как говорится, забил. Должен же Форестер идти на разведку. А то даже и ползти. Давайте ползочком, ползочком. Ой, господи. Попробуем ползочком поползти. Форестером. Сукины дети. Время мусор выносить. Не успел я залечь. Но он почти урона-то не нанес, поэтому... Сейчас мы его накажем. Гонтарский. Блин, вот этим чипам будет нереально в него практически попасть в голову, потому что... Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас будут избивать. Сейчас будут сильно бить. Так, может быть, давайте Барри метнется на выручку Форестеру. И все равно он не видит, типа, зараза. Слепой, что ли? Почему его не видишь ты? Во, увидел. Слушаю. Так, давайте, давайте слушаю. Форестера в беде не оставлять. Помогать. О, нет. Нельзя было промахиваться. Слушаю. Слушаю. Хорошо. Че, он не видит, что ли, его? Видит. Тогда почему он не может в него... попасть. А, у него, блин, граната выбрана, ё-моё. Теперь... А, и гранату и метнуть он тоже не сможет. Ах. Что ты будешь делать, а? Миномет заряжает, зараза.
Слушаю. Вот зверь. Слушайте, ну я так не согласен. Вы уж извините, я так не согласен. Давайте за... А, вот здесь вот, видите, он... Там что-то есть. Надо обойти его. Вот здесь вот, вот здесь вот по краешку пройдем и зайдем ему, так сказать, в тыл. Вот мой план такой. Как вам такой план? Сделаю. Сейчас Форестер зайдет ему. Сделаю. В жопу. Сделаю. Я слушаю. Хорошо. Я слушаю. Хорошо. Так, дальше ползочком, дальше ползочком. Будет сделано. Будет сделано. Время мусор выносить. О, видите, а он нас не видит. Все, он уже еле жив. Гонтарские. Еще один упал. Я слушаю. Теперь пластиковый мешок на молнии. Самый подходящий прикид для всех врагов. Что это? Так, ну что, первый серьезный сектор мы зачистили. Или в предыдущем части мы уже... А, в предыдущем части мы уже два танка вальнули, получается, да? Вот мне интересно, респятся танки или нет. Я очень надеюсь, что нет. Так, собираем трофеи. И, кстати, особо-то не пострадали, кстати. Обратите внимание, практически не пострадали мы. Блин, я думал, что мы уже будем сейчас это штурмовать ПВО, а мы, оказывается, не дошли до ПВО, да? Так, ну сейчас тогда вниз пойдем. Использованные БРМ... Использованные штуки. Неинтересно. Выкидываем. Так, гранатами я не пользуюсь. Большие аптечки? Ну давайте, чё. Подзарядим аптечки с добы и скалы. Так. Усилитель звука. Стимулятор. Мини-ми. Пулеметик. Урон 28, дистанция 50. Да нахрен он нужен, чуваки? Ну реально, чем этот мини-ми лучше, чем те же самые C7? Я вот не очень понимаю. Я не понимаю, чем он лучше. То, что у него дальность высокая. Ну, во-первых, у C7 с удлинителями стволов, а у меня у всех стоят удлинители ствола. И так с дальностью тоже неплохо. 40 единиц, у того 50. Урона тогда же больше. Поэтому я мини-ми, наверное, брать не буду, чё. Оставлю, наверное, его. Чё всякий хлам собирать, правильно? Так, аптечку я использовал. C7 с лазерным прицелом. Патрошки заберу. Так, у анаболика тоже использованный... А, у анаболика, кстати, есть неиспользованный РПГ. Как-то она одна единственная, ни рыба, ни мясо. А, у Барри есть еще РПГ. Слушай, так значит, мы только первый сектор зачистили с РПГшками-то. Значит, ни хрена мы не 4 танка я вынес, а только лишь 2. Так, ну чё, я думаю, что лагерь разбивать не будем, а сразу двигаем в следующий сектор. Или немножечко все-таки вздремнуть, как думаете?
Так, ладно, ребят, давайте немножечко все-таки вздремнем. Оружие в хорошем состоянии. Так, у Форестера больше всех стрелял. Давайте посмотрим. Хотя он стрелял-то из чего? Состояние 94%. Нет, надо действовать быстро. Двигаем следующий сектор. Даже спать не... Нет, давайте чуть-чуть прям я вздремну. Нет, подождите. Нет, спать не будем, друзья. Спать не будем, потому что если я буду спать, то когда мы придем в следующий сектор, уже будет светло. А действовать лучше ночью. Стремительным броском, так сказать, врываемся в Медуну. Ага. Первый сектор Медуны пошел. Мультик. А, это ты, Эллиот. Приветствую вас, ваше высочество. У меня срочное донесение. Не сегодня, Эллиот. Я не могу пережить еще один блок плохих новостей. Мне нужно принимать государственные решения. Со всем моим к вам уважением, ваше высочество, вам надо это знать. Наемников видели на окраинах Медуны и... На окраинах Медуны? Боже мой! Они уже стучатся в мою дверь. Может, позвать их за стол? Ну, зови гостей. С шампанским отметим их победу. Как не строить новые планы, когда все построенные планы провалились? Может, стоило нанять этих солдат удачи, а не платить своим меднолобым болванам? Желаете, чтобы я сделал им предложение о найме, моя королева? Эллиот! Тут убийца! Ух, нихера себе! Вот это жесть! Так, Джо. Королева. Расскажи моим солдатам, где находится враг. Позаботься о том, чтобы всех наемников уничтожили. Мне нужны их останки после боя. Ах да. И вот здесь еще приберись. Не надо беспокоиться, ваше высочество. Я сам. Все за собой. Что за прикол? Что за прикол? У него дырка в лбу. Какая. Что? Боги, боги! Эллиот, ну ты идиот. Ты настолько глуп, что даже не можешь умереть как надо. Все у тебя не так. Очевидно, нет, ваше высочество. В следующий раз буду больше стараться. Блин, а чё, а юмор в игре хороший. Юмор присутствует. Солдаты тут! Так, ну тут сейчас будет опять полная заруба, да, у нас, я так понимаю. Так, ну у нас есть 4 РПГ, то есть 2 танка, по идее, мы можем вынести. Нет, на свету не надо высаживаться. Блин, тут, конечно, трудно сейчас будет высадиться. Потому что, смотрите, здесь мы высаживаемся на свету. Да мы, в принципе, нас будут атаковать со всех сторон. Они ведь, чуваки-то, бронированные. И это плохо. Это очень плохо. Так, ну давайте попробуем вот здесь высадиться. Нет, группой, я же сказал. Блин, и все равно мы где-то на свету тусим. Слушаю. Блин, они через лес могут идти? Тихо. Подождите, бесшумный режим, конечно. Присядочку. Слушаю. Блин, какая игра классная все-таки, а? Да, я туплю, да, я плохо играю, но, блин, я же кайфую от нее. Ну что, я предлагаю все-таки пальнуть в воздух, наверное. Пальнуть в воздух, предлагаете, да? Ну давайте попробуем пальнуть. Слушаю. Посмотреть, что произойдет. Вон, смотрите, укрепрайоны, где у них, видите? Видите, у них тут везде мешки каменные. Вернее, с песком. И как вот штурмовать я должен? Вот как я должен это все штурмовать? Может быть, это была плохая идея стрельнуть?
Мне кажется, это была плохая идея. Так, давайте-ка загрузимся, раз они не ведутся. Раз они не ведутся на провокацию. Но они сейчас меня первыми увидят, конечно. Вот как я должен их штурмовать? У здесь целый укрепрайон. Тут деревья мешают, то есть, соответственно... Слушайте, мы через эти деревья не можем... Я слышал шум! С юга. На юге. Вот они здесь за этими мешками тусуют. Блин, мы не можем эти деревья обойти. Они... А, слушайте, так здесь забор, что ли? Господи. Я готов. Здесь забор. Надо кусачками тогда. Кусачками пользоваться. Гонтарские. Они разве не услышат, когда мы его начнем разрезать? Так, пускай Форестер, наверное, первым идет. Ты смотри, а где они все? Так мы проникли, получается. Мы проникли за их укрепление. Время мусор выносить. Так, они нас не видят. Давайте, может быть, пока не стрелять... Либо надо захватить вот этот дот, друзья. Давайте пока, наверное... Нет, надо стрелять, друзья. Надо стрелять, потому что... Пока мы тут сейчас будем обходить, они нас заметят. Скорее всего. Открываем пальбу. Чуманище. Надо занять позицию вот за этими мешками. Слушаю. Они сейчас побегут, скорее всего, вон с того направления. Хотя могут, кстати, и с юга тоже побежать. Слушаю. Понял. Сложность ситуации в том, что я-то сохранился быстрым сохранением. Если сейчас все пойдет наперекосяк, мне особо мотать-то назад некуда. Слушаю. Вот в чем проблема-то. Слушаю. Я готов. Я что-то слышал, определенно. Слушаю. Так, ну давай. Сдоба. Тут уже мазать нельзя. Один выстрел всего, ё-моё. Слушаю. Ну, потому что это ход противника. Слушаю. Так, анаболик может отработать. Так, может даже по груди стрелять. Ну, в грудь, по идее, даже труднее будет попасть, потому что он за мешками стоит. Попал. Сука. Засел, гад. Слушайте, надо световую кидать. Вот туда надо сейчас кидать световую. А световую кинули в меня. Ё-моё. Тогда драпаем, друзья. Тогда драпаем. Уходим с освещенного участка. Я готов. Садила. Слушай. Барри, какой шустрый. Хрен догонишь. Убежал. Хорошо. А Дмитрий еще более шустрый. Слушаю. Сдобочка. Вот сдобочка не успевает покинуть освещенный участок.
Хотя, в принципе, нормально. Слушаю. Хорошо. Но тут мы уже, получается, не... у нас нету прикрытия. Я! У нас нету прикрытия вот этих будет мешков. Сделано. Мы будем сейчас на открытой местности лежать. А это плохо. А какое их тут количество? Я же не знаю, тут их может 20 человек, и мы точно здесь тогда не выживем. Слушаю. Слушаю. Так, ну слишком плотно, слишком плотно тоже нежелательно находиться, потому что иначе в нас будет легче попасть. Кучковаться тоже, я так понимаю, все-таки плохая идея будет. Надо свет сейчас кинуть будет. Гонтарский. Вот туда как раз таки. Слушаю. Сделаю. Так, у кого есть очки, у кого есть световые? Так, у Барри есть... Блин, световых у него нет. У него есть... Слушаю. Вот так. Кидаем световую куда-нибудь вон туда. Подальше. Блять, я неправильно кинул. Ее же надо было сначала в руку взять, а потом швырять-то, ё-моё. Я метать гранаты, уже конец игры, я все толком не научусь метать. Их же надо сначала в руку положить, а потом швырять. Слушаю. Но этого уже не хватит очков, чтобы скинуть. Кто шумит? Слушаю. Осторожно надо. Не все солдаты мертвы. Так. Кто шумит? Этот чувак должен сейчас вынуть гранатку. Это враг. Напасть нужно. Этот, так, световую давайте вот сюда кинем. Так. Теперь начинаем по тому типу отрабатывать. А, кстати, как назло его видит, только Димитрий-то его и видит, собственно. Блин. А если сесть, то он его перестает видеть, зараза. Тут не попадешь. Гонтарский. Не, это дохлый номер, друзья. Слушаю. Слушаю. Надо еще вниз, вниз от себя тоже скинуть гранату. Слушаю. Вот сюда надо еще кинуть гранату. Слушаю. Так, Димитрий, давай. Ты сможешь. Куда-нибудь подальше, максимально далеко, чтобы ее швырнуть. Так, отлично. Мы как бы светом защитились. Но теперь надо ждать гостей. Слушаю. Гонтарский. Так, кто самый у нас здоровый? У нас, кстати, анаболик очень здоровый. Может быть, его чуток вперед провести? Подвести. Я готов. Слушаю. Так, ну что, давайте ждать, пока они сами к нам выйдут. Ну, они как будто бы поумнели к концу игры. Они почему-то перестали переть на свет. Слушаю. Раньше они как будто бы были поглупее. Сейчас они как будто бы поумнели к концу игры. Мы не одни. Так, Барри, давай. Твой выход. Барри единственный его видит. Ах.
Так, это было хорошо. А я что, скалу так и не посадил, что ли? Нет! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Это жесть! Они кинули какую-то едкую гадость. Уходить надо снова. Снова бежать. Мне надо передохнуть. Дыхалки не хватает. Да ты и так вроде отдыхаешь. Кто там отдыхает у нас? Дмитрий отдыхает. Так, Барри, кстати, я тоже. Готов. Нет. Слушаю. Я готов. Да, Барри тоже. Ой, у нас проблемы, друзья. У нас серьезные проблемы. Слушаю. Слушаю. Дмитрий там не сдохнет, я в этом аду, я вот думаю. Я вот за него немножко переживаю. Он дышит какой-то парашей, извиняюсь за выражение. Слушай, по крайней мере, один из них еще где-то прячется. Черт, Барри тоже надышался, друзья. Барри тоже надышался. Слушаю. Слушай, а что они кинули? Это горчичный газ или что это? Ой. Хорошо действует, заметьте, да? Да куда ты попёрлась, сука? Слушаю. Когда эта хуйня, извините, закончится? Сколько она действует вообще? Там чуваки умирают. Слушайте, враги как будто поумнели, да? Они уже не лезут на рожон. Теперь уже нам придется лезть на рожон, походу. Блин, сейчас и световые прекратят действовать. И что тогда делать? Вставайте, блядь. Отдохнули и хватит. Слушаю. Слышу шум недалеко. Я засек злых врагов. Вон они уже тут, как тут. За нашей кровушкой пришли. Демоны. Слушаю. Ну, вроде бы ему поплохело. Так, прикрыли моих умирающих товарищей с Доба и Анаболик, молодцы. Слушаю. Так, а вот этих ребят нужно подтянуть поближе. Что-то они как-то это... Хорошо. Далековато, больно. Прикрывайте умирающих товарищей своих. Сделаю. Так, ждем гостей. Эти, я думаю, очухаются сейчас. Я надеюсь на это, по крайней мере. Слушайте, я вот играю в игру, и я прям чувствую взаимовыручку. Но обратите внимание, да? Двое типов вырубились, а мы выступили вперед, чтобы прикрыть их буквально своими телами. Ну это же круто. Я прям чувствую командную работу. Друзья познаются в беде. Вот. Я ни за что не поверю, что они ушли отсюда. И вот мы познаемся в беде. Так, сколько я повалил? Раз, два, три. Ну, блин, на такую огромную локацию всего три чувака. Обратите внимание, они, значит, не... эти, кстати, очухались уже. Я готов. Они не хотят, видите, они не лезут сами на рожон, зараза.
До этого, в прошлых часах, враги вели себя более глупо. А теперь они уже ведут себя более умно. Я! Так, мне придется Форестером на разведку сейчас пойти. Тихо-тихо, без шумных. На разведочку. Я слышал шум! Там что-то есть. Ну где вот все враги, а? На свет не ползи, блин. Но он слишком, мусор выносить. Слишком далеко пошел, блин. Вот этот тип очень живуч. Я предлагаю попробовать очередью, может отработать. Или сделать один пристрелочный выстрел. О, господи, там как... что-то есть. Какой, сука, нахер... Так, ну он уже еле жив, по идее. Но Форестер сейчас в беде конкретной. Его сейчас могут прикончить. Слушаю. Тут надо на выручку, по идее, спешить. Ну как тут поспешишь на выручку? Так, зона видимости. Он его не видит нихера. Как, кто его прикроет сейчас, Форестера? Форестера проблемы. Ни хера себе! Опять противник! Жесть! Просто жесть! Слушаю! Я так не согласен, ребят, извините, я так не согласен. Слушаю! Слушайте, они не хотят сами вылезать. Ну давайте тогда швырять гранаты в них. Так, у меня Дмитрий специалист. Слушаю. По швырянию гранат, правильно? Надо закинуть гранату тогда. Вон в тот окопчик. Садила. Вот сюда вот надо закинуть. Там кто-то сидит, очевидно. Давайте горчишкой, может быть. Нет, подожди, горчишкой. Ну да, их не берут уже гранаты. Либо шоковой. Не, давайте горчишку я метну туда. Он докинет вообще? Он, кстати, не докидывает ни хрена. Ну и чё? Будет какая-то движуха после этого? Это враг! Напасть нужно! Ракетный место, ну, ракетный автомат он стреляет. Слушайте, короче, надо делать длительный обход. Нужно обходить их с большой дистанции. Нужно заходить им в тыл. Так мы нет, не возьмем в лоб. Ну, то есть, видите, они за мешками сидят, их не видно ни хрена. Они сидят за мешками. Слушаю. Кстати, а что если во весь рост стать? Тогда мы же их начнем видеть. Ну-ка, давайте-ка попробуем, может быть, во весь рост стать. Слушаю. Я готов. Слушаю. Может, тогда будет лучше видно просто? Я! Слушаю. Гонтарские. Да хрен из два там что видно. Слушаю. Ладно, давайте тогда это, в обход. В обход пойдем, как я изначально задумался. Тут, видите, тут просто все освещено, блин. Вот как вот идти в обход, если тут везде свет? Сделано. Сделано. Мы сейчас выйдем прямо на солнечное пятно. Ну вот, все. Минометы работают, походу. Минометы работают, друзья. Блин, я не знаю, что делать. Как вообще воевать здесь? Мы как тараканы, которых на кухне ночью застали врасплох. Другому я не могу это характеризовать. Что делать? Вот как вот пробираться? Я! Тихо-тихо. Я слышал шум!
что это? Слушаю. Я готов. Слушайте, ну надо гуськом, гуськом. Надо гуськом всем вот так вот тихонько двигаться, наверное, все-таки вперед. Слушаю. Ну а как еще? Сделаю. Я вот, у меня нету вариков, что делать? Гонтарский. Блять, этот хер на свет пошел. Что вот делать? Давайте попробуем встать во весь рост. Ой-ой-ой, сейчас будет минометный прилет, походу, или РПГшный. Нас видит? Я нет, не вижу никого. А я еще сохранился перед этим. Или нас не видит? Я! Слушайте, ну я не вижу, чтобы нас кто-то видел. То есть я не вижу отметок на карте. Что это? Время мусор выносить. Вот этот ублюдок, гад. По-другому я его не назову. Спрятаться за мешками, зараза. В голову 31 урон и все равно он типа здоров. Так, скала хорошо отработал. Кто еще его... Его, кстати, все видят практически. Так, ну нам это не простят. Сейчас Форестеру кирдык будет, походу. Я! Сейчас Форестера убивать будут. Жестоко убивать будут. Долго враги ходят. Слушайте, а ведь мы все-таки еще одного вальнули. Я слышал шум. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. У нас серьезные проблемы. Ну что, надо опять драпать, я думаю. Нас, от, нас выдавливают светом. Нужно уходить, друзья. Сделаю. Донтарские. Когда вот эта херня погаснет, которую я метнул, блин? Ага. Я готов. Хотя, в принципе, а зачем так далеко убегать? Смотри. Давайте просто забежим в тень и там будем сидеть, ждать. Может быть, они все-таки подставятся? Слушаю. Может быть, они все-таки... Понял. Еще немножечко тупят. Как в начале игры. Или все-таки... Слушаю. Все, больше это уже не проканает. Хорошо. Слушаю. Форестер отстал. Форестер, ты чё? Почему так медленно бежишь? А, ну он же потому что вперед, впереди был всех. Слушаю. Я! Будет сделано. Гонтарский. Анаболик что-то слишком уж куда-то дёру дал. Окей. Слушаю. Блин, у всех вроде приборы есть. У Форестера даже ультрафиолетовый с анаболиком, но что-то толку никакого от этих приборов. Слушаю. Я ни за что не поверю, что они ушли отсюда. Я слышал шум. Время мусор выносить. Так, этот гад силен. Так, немножко наваляли. Слушай. Дмитрий, сможешь наказать ублюдка? Блин, залег. Но я, в принципе, примерно вижу, где он находится. Залег, ублюдок.
Я готов. Попробуем вслепую пострелять. Не, ладно, давайте пропускать тогда ходы. Сейчас они, может быть, сами подставятся. Я готов. Что враги еще прячутся по кустам, может быть. Адская задница. Слушаю. Я готов. Слушаю. Я. Слушаю. Я слышал шум. Время мусор выносить. Так, это тот чувак, которому поплохело. Готов. Готов. Ну, потихоньку все равно мы зачищаем эту локацию. Слушаю. Медленно, но процесс идет. Слушаю. А здесь ведь еще танки должны быть. Мы еще даже с танками не имели дела. Слушаю. По крайней мере, один из них еще где-то прячется. Гонтарские. Ну что, будем ждать немножечко или что? Я слышал шум. Я! Вот, может быть, вдоль дороги имеет смысл немножечко. Слушаю. Проследовать. Понял. Я готов. Цедила. Слушаю. Вот по дороге, может быть, немножечко между двух вот этих огней попробует пройти. Под шумок. Я! Сделано. Время мусор выносить. Вон чувак лежит, он нас вообще не видит. Видит его только Форестер. Отлично. Так, остальные, я боюсь, что... Слушаю. Вообще, тут через эту они не увидят его. Так, если только встать его, ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой, я нечаянно опять сел, блин. Так, он не попадет, там мешки мешают, я так понял. Не, мешки мешают, зараза. Слушаю. Ну, сдоба, попади. Она попала, но она, блин, сейчас в полный рост стоит. Сука, ты чё творишь? Я готов. Цедила. Слушаю. Мы ему так наваляли, а он все равно так без промаха выстрелился от своего гранатомета, блин. Ему это никак не помешало. И тут еще его дружок. Слушаю. Жесть. Так, друзья, ну я буду загружаться, вы уж извините. Меня такой расклад не устраивает. Я! Слушаю. Я! Слушаю!
Отлично. 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 Время мусор выносить. Вот смотрите, он нас не видит. Я предлагаю, может быть, не кидаться в него тут же стрелять, а попробовать подкрасться поближе. Слушаю. Как вам такая идея? Это слушаю. Хорошая идея? Сделаю. Слушаю. Хорошо. Гонтарский. Окей. Я готов. Все дела. И он нас увидел. Не, подождите, он нас не видит по-прежнему. Продолжаем красться тогда в пошаговом режиме. Я готов. Слушаю. Блин, ну конечно, очков входа очень мало. В бесшумном перемещении. Слушаю. Капец, как мало. Сейчас. Но нам нужно максимально окей. Сблизиться с врагом. Чтобы он не успел даже отчупаться. Следила. Мой тактический слушаю. Гений мне подсказывает такую хорошо. Тактику. Форестер пока не стреляет. Он нас не видит, друзья. Он нас не видит. И никто нас пока не видит. Я даже еще один ход сейчас буду выжидать, пожалуй. Еще один ход буду выжидать, прежде чем неожиданно нападу. Слушаю. Либо, я не знаю, да, давайте подтянем слушаю. Остальных. Отлично. Блин, как мало они все-таки проходят. Очечков. Гонтарский. Ага. Слушаю. Гонтарский. Я слушаю. Слушаю. Он нас спалил, друзья. Я готов. Он нас спалил, зараза. Лишь бы гранатомет он сейчас не достал. А он сейчас именно гранатомет-то и достанет, наверное. Я что-то слышала, определенно. Ну, это очень трудный для взятия сектор все-таки получается. Так, Форестер, давайте попробует очередью долбануть наверх. У него вывалилось этой пушкой, ё-моё, теперь опа! Пушки еще подбирать. Ну, прямо надо. Как на Новый год под елочкой. Я готов. Так, этого ублюдка мы вальнули все-таки. Прости меня, Господи. Я! Так, Форестер то ли в отключке, то ли еще, я не пойму, почему у него серый портрет. Димитрий в отключке. Да нет, Димитрий вроде нормальный. Димитрий, в сторону. Уходи. А, у него очков действия нет. Он валяется. Димитрий валяется, друзья. Гонтарский. Окей. Там где-то мерзавец во тьме слушаю. Сидит. Там где-то во тьме сидит мерзавец. Отлично. Надо выдвигаться вперед, чтобы его увидеть. Понимаете? Сейчас у нас полетит опять все, что только можно. Слушаю. Кстати, как ни странно, не полетело. Как ни странно, не полетело. Слушаю. Димитрий до сих пор в отключке, да? Димитрий в отключке. Я готов. Садила. Шорт. Так, Барри наконец-то кого-то спалил. Вернее, его спалили.
Я готов. Так, скала, да, должен отработать максимально четко. Попробуем очередью. Так, очередью зачистили, ублюдка. Вернуть отправителю. Так, ну а Барри сейчас надо как-то будет вытаскивать оттуда. Сделаю. Слушаю. Сдоба тоже на свету не должна светиться. Гонтарские. Надо с освещенного места, я думаю, драпать, да? Барри в беде. Барри в беде. Слушаю. Мне это совсем не нравится. Слушаю. Слушайте, а Барри-то реально в беде. Он вообще без сознания. Там танк, ё-моё. Кажется, это беда. Слушаю. Так, Барри очухался. Барри, срочно драпать. Но его сейчас танк все равно догонит, я так понимаю. Садила. Не убежит он далеко. Так, у Форестера есть РПГ. Срочно доставать... Что? У Форестера нет РПГ? Так, РПГ есть у Барри. Анаболик, я не знаю, анаболик справится? Долби по танку. Сука! Это было вообще недопустимо. Все, загружаемся. У меня РПГ впритык. Я не могу позволить их просто... Вы что, серьезно? Я сейчас должен по новой все это проходить, что ли? Жесть. Я должен опять по новой сейчас красться, хер пойми сколько. 2 часа времени. Время мусор выносить. Слушаю. Восхитительно. Так, вот сейчас очень важно, спалили нас или нет. Полетят ли сейчас сюда всякие там световые и прочие истории. Полетели. Слушаю. Сейчас начнет опять танк по нам лупить. Вот танк вот здесь стоит, теперь я это уже понял. Но стоять на свету-то вообще не вариант. Тогда отходим, наверное. Отлично. Отходим. Я сделаю. Слушаю. Хорошо. Я готов. Садила. Блин, как долго эти световые горят. Вот если бы вот эта световая сейчас погасла, я был бы, честно говоря, рад. Гонтарские. Окей. Вот я ее как швырнул, она вообще гаснуть не собирается. Слушаю. Сейчас. По крайней мере, один из них еще где-то прячется. Отлично. Я не знаю, хочешь жди, пока вот эти световые исчезнут. Я! Слушаю! Будет сделано! Может быть, их вот так вот вдоль берега обойти? Вдоль берега, кстати, можно световые попробовать обойти. Слушаю! Давайте попробуем. Отлично. Дай дух перевести, пока я... Блять, я не знаю, что делать. По одному переводить, что ли, всех? Я слушаю. Будет сделано. Хорошо. Я слушаю.
Так, ну пускай Форестер тогда один идет, что ли, на разведку. Тут просто, видите, больше одного человека вот в этой темной области не помещается. Кстати, надо оружие перезарядить. Они почему-то в приседку даже быстрее идут, чем в полный рост. Слушаю. Сейчас. Я готов. Садила. Слушаю. Блядь. Ну как, откуда они нас видят-то, я не пойму. Я. Ну откуда они нас видят, блядь? Как их штурмовать-то, я не понимаю. Хоть уходи и жди, блядь, пока закончится. Я не понимаю, они как будто стали умнее, чем я, вот эти боты вражеские. Я не знаю, что делать. Как их побеждать-то вообще? Как их побеждать? Объясните мне. А, слушайте, ну там танк работает. Окей. Значит, надо, смотри, прицельно по танку лупить, правильно? Давайте попробуем просто вслепую подкрасться к танку и долбануть, просто не видя самого танка, просто из РПГ. Хотя я уже пробовал, что толку-то, он промахивается, зараза. Он промахивается, будет сделано. Он попадает. Давайте, а, подождите, у танка, у него нету, ё-моё. Гонтарский. Так, ну а наборик, в принципе, по меткости-то как и Форестер. Окей. Давайте анаболиком попробуем по танку вслепую отработать. Что такое? Почему-то перестала камера двигаться. Курсор какой-то трехмерный стал, блин. Я не понимаю, что происходит. Курсор уберите у меня. Так, анаболик, давай вот вслепую попробуем по танку отработать. Но у него, правда, один выстрел всего. Вся кровь. Блять, толк. Я за всех злых врагов. О, господи, я не знаю, как этот уровень штурмовать, ребят, просто не понимаю. Гонтарский. Продолжим в следующем части. Всем пока.